Привет всем! Добро пожаловать! Варлок играет в Slay the Spire. Я такой вкусный пирог съел в YouTube, вы не представляете. А где я ем пироги? На twitch.tv/varlocktd. Играю в Slay the Spire. Тоже иногда. Не всегда. Безмолвная. Нам надо играть безмолвной, потому что мы играли Лотоносцем, и получилось... Но! Мы точно, 100%, без всяких лишних телодвижений, знаем, какие нам нужны... Какая нам нужна колода, чтобы выиграть за безмолвную. Во-первых, философский камень, отличное начало. Скорее всего, мы не дойдем до первого босса, поэтому можно дальше не начинать, сразу рестарт. Но, ну, если серьезно, мы знаем, какая нам нужна колода. Нам нужен яд. Именно яд за безмолвную может все. Вообще все. Практически. Что мы попытаемся сейчас сделать? Мне не нравятся пути все. Без элитки? Никак. Единственная элитка, после которой костер, это здесь. Короче, жесть какая-то. Этаж плохой. Списываем его. Бракованный. Вау. В общем, берем яд. Поскольку у нас 4 энергии со старту, то мы себя будем очень хорошо чувствовать в боях с элитками, с обычными противниками, без разницы с кем. Нам нужны дорогие карты, которые будут тратить эту энергию. И, соответственно, мы будем комнаты проходить быстро. Конкретно получать хорошие награды. Вот видите, вот дорогие карты, про которые я говорил. Плащ кинжал — это не бомба. Вообще не бомба для нас. Я все-таки буду идти на яд. Может быть, где-то я слишком много значения этому самому яду придаю. Я так не думаю. Мне кажется, что билд на заточке, ну, только если очень специфические там какие-нибудь реликвии хорошие выпадут сразу, тогда да, билд на заточке может рулить, но все-таки. Поворот и перекат. Поворот и перекат — нормальная карта. Я согласен, что я ее, скорее всего, недооцениваю. Коленом в лицо, удушение, оглушающий крик. Мы хотим дорогие, хорошие карты. Может быть, даже тоже удушение для ДПСа, чтобы сейчас повысить. Пока что. Нам пока что не обязательно... Мы не можем тебя убить случайно? Нет. Нам не обязательно пока что набирать этот самый яд. Но нам нужно стремиться к этому. Пока, для того, чтобы мы не умерли до тех моментов, когда мы сможем его найти, надо взять какие-то карты, которые дают. Йоу, облако слабости. Дорогая карта? Дорогая. Хорошая? Хорошая. Прекрасно? Замечательно. Вот такие бои наши любимые будут по-любому. Противники, которых надо быстро дамажить, это самое оно. Я бы даже пару копий облака слабости добавил, я серьезно. Отличная штука. И надо его еще улучшить, во. О, скачущая фляга. Есть. Есть, сэр. Как я счастлив. Смотрите, какой дамаг за один ход. С удушьем. С удушением, или как там оно правильно называется. И мы даже еще скачущую флягу ни разу не использовали. А уже. Это будет 9. Плюс 12, короче, он мертв. Скачущая фляга — одна из самых... Семь яда. Эта фляга прыгает еще раз. Ты знаешь, облако слабости мы почти всегда хотим играть.
Это наше массовое оружие. Фляга тоже прикольная, да и, в принципе, яд можно улучшить, но облако слабости бьет по всем. И сейчас нам это важнее, чем одиночный урон. Знаешь что, не будем экономить. Мертв. Два, три. Эх, не получилось. Ну ладно. Йо, облако слабости с удушением. Тоже как типа комбо. Ну, окей, не комбо нифига, но хорошие штуки. Рывок. Не слишком ли мы много дорогих карт набираем? Вот в чем вопрос. И нужен ли нам еще один смертельный яд? Я думаю, нам больше нужно теперь сальто. В качестве добора. Чтобы эти крутые карты искать, собственно. Ух, удушение отличное. Отличные ваншоты для таких врагов. Просто шикарные. 20 яда на второй ход мы смогли на противника наложить. Я очень-очень сильно... Ох, я еще одно облако слабости возьму. Я очень сильно верю в эту колоду сейчас. Я считаю, что у нас все шансы есть. Абсолютно все. Курьер! На первом этаже! Да когда такое было-то? Так. Внимательно смотрим на то, что нам предлагают. Не сломать колоду. Не испортить ее. Аптечка. Мы можем взять аптечку сейчас. Не совсем для билда на яде. Но... против некоторых боссов и элиток... Знаешь что, я беру аптечку. Защищает нас от некоторых очень проблематичных элиток. Вот на логовуле не помогает, но... Так, хотим мы логовуле набудить через удушение? Или лучше, чем через какие-нибудь облако слабости? Не, удушение пойдет. На нем можно хилку сразу врубать. Бум, облако слабости и, знаешь что, зелье защиты. Что, логоволен, может еще облако слабости тебе дать? Не, рановато. Пока и так норм будет. Фляга, идеально. Удар. Обезвредить. Йоу, он мертв. Нам теперь просто прожить надо. Сколько? Пару ходов, и он сам автоматически упадет. На следующий ход ровно, идеально под лечение, под наше. Давай, до свидания. Мне это нравится. Очень нравится. А, ураган стали, пожалуй, нет. Ворота перекат, игра стоит свеч. Я, наверное, послушаю умных людей и возьму ворота перекат. А здесь мы не будем рисковать. Не, я передумал. Золотой идол. Взяли бы Амамори, могли бы взять золотого идола. Прямо перед боссом брать проклятие. Ладно. Облако слабости, пожалуйста, благодарю вас. Можно либо 10 блока сделать, либо снять 8 урона, убив гремлина. Коварного гремлина. Давай так. Ну, теперь придется 10 блока делать. А теперь коварный гремлин получил защиту, естественно. Кто бы сомневался. Но от яда он защиту не получил. Это ему добавило урона. То есть я на него сыграл ослабление, а у него урон увеличился. Ошибка.
Большая толстая ошибка. План побега. Супер. Так. Гексодух. Вот перед гексодухом апгрейдим скачущую флягу. Это плюс 3 урона от яда за 2 энергии. Апгрейд на смертельный яд. Это плюс 2 урона от яда за 1 энергии. Наверное, лучше проапгрейдить смертельный яд, но... Что-то я привык, скачущая фляга, что хорошая. И... Все. Идеальный старт. Облако слабости, он на следующий ход тоже будет под слабостью. И уже 16 ядов, первый ход. Все, что нам нужно теперь, это катализатор. Мы в шоколаде. Мне кажется, что у него без шансов как-то нас... убить. Ну, не должно быть. Во всяком случае, много шансов. Он автоматически мертв через 4 хода. Раз, два, три, четыре. Он не дойдет до конца. Это 100%. Йоу, аптечка уже помогает. А мы еще только начали. Я пока мега доволен этим билдом. До свидания, ожог. Два хода. Нам не нужно. Да, ему еще яда добавлять. Зачем? Просто блочим. Окей, нам нужно было ему немножко яда добавить. Но... Плевать. Готов. Хрустальный нож, на ток дела, 1000 порезов. Смысла в... Знатоке в хрустальном ноже 1000 порезов я не вижу. Поэтому берем знаток дела для того, чтобы сбрасывать проклятие. То есть энергия у нас уже есть. Черная звезда несерьезно. Ящики Пандоры. Потерять все блоки. И нам Единственное, для чего мы берем ящик Пандоры, это убрать удары из колоды. Но нам намного лучше взять пустую клетку. Я серьезно. И убрать два удара просто. Мы могли убрать проклятие. Я лох. Это не очень плохо, потому что вот магазин, и там мы уберем проклятие. Не обращайте внимания. Просто не обращайте внимания. Фак, на него не яд, а слабость наложилась. Удар хуже проклятия. Да, точно. И, да, удар просто... Я считаю, что удар хуже проклятия. Да, он еще энергию требует. Козел, блин. Отстойная фигня, это те удары. Я лучше с проклятием буду сидеть, чем вот это вот. Угу. Мы могли бы захват ноги взять с таким количеством облак слабости, но я что-то не уверен, что нам это интересно. Нам интереснее защиту добавлять, хоть какого-то вида. А-а-а, ну ты почему? Кто тебя сюда пустил? Избранный. Так, три хода. Слишком много ходов. Я знаю, что мы могли те стаусы.
Мы можем сжигать эти статусы, но они будут добавлять другие статусы. Нет! Неважно, он мертв, но так больше делать не надо. Едкие испарения и убираем проклятие. Убираем проклятие? Или мы что-то добавим? Мы можем себе позволить боевую раскраску. Йоу, прекрасно. Почему боевая раскраска? Потому что нам нужно было... Потому что нам нужно было, как бы, улучшить наши навыки. Защиту, ну, либо яд. Все равно нам на элитке будет тяжело. Возможно, мы умрем на элитке. Вот эти ребята, это нехороший старт. Сразу скажу. Вообще. И все еще нет катализатора. Ай, надо было сначала удушение сыграть, провтыкал. Без катализатора. Что-то я сомневаюсь вообще в наших способностях хоть чего-то выиграть. Хоть где-то. Ну и бывают такие вот ходы, когда у нас нет защиты. Но они всегда бывают в любой колоде. Нельзя все время рассчитывать, что у тебя будет защита для, на каждый ход. Двадцать, хера вы бьете. Ну, блин, веселье. Без взрыва трупа тоже рип, наверное. Угу, наверное. Да, старт был интересный, сильный. Ничего не могу сказать. Очень сильный старт. Но хрен там. Не прокатило. Ну и ладно, подумаешь. Но мы точно умрем на элитке. Я не вижу, как мы выигрываем. Тут должна быть огромная шара. Шары не будет. Шары просто не будет. Это смерть. Стопроцентная гарантированная смерть. Хотя статусы мы сжигаем, это уже плюс. И облако слабости у нас есть. Здесь нужно было сыграть так. Обязательно. Нам нужно начать наносить урон ядом. У нас... Опять же, был бы взрыв трупа, да. Может быть, мы бы чего-то сделали. Мы бы одного взорвали бы. И... сфокусировалось бы на одном чуваке, он бы взорвался. Мы бы выиграли. А так, ноль. Нулевые шансы. Пессимист включен, что ли? Да никакой пессимист. Этот... реализм. Ну, а хороший старт для 20-го возвышения. Корона. Плохо. Я бы сказал, ужасно. Но раз у нас корона, мы попробуем пойти по элиткам и компенсировать это
С короной очень сложно собрать колоду. Ты же почти победил. Просто немного проиграл. Что-то типа того, да. С короной очень сложно собрать хорошую колоду. Колоду, которая, точнее, нужна для того, чтобы выиграть на возвышении. По моему мнению. Ну, из-за очевидного. У тебя, блин... Нет нужных карт. Потому что тебе их взять неоткуда. Потому что корона блокирует добычу карт. Соответственно, остается магазин. Ну, выбить дух, кстати, нормальная карта. Остается магазин и чего? Ну и элитки в каком-то смысле дают тебе. Ну, потому что элитка всегда даст. Нет, не всегда, но там повышенный шанс дать хорошую карту. Редкую. Ну, это, конечно, не выход. Я даже не знаю, что делать. Есть реликвии, которые... которые побеждают корону. Есть реликвия, которая добавляет дополнительную карту в выбор. Соответственно, попробуем ее выбить на элитках здесь. И золото нам нужно будет, чтобы в магазинах покупать карты. Четыре слабости. Но нельзя отрицать, так же как в прошлом забеге. Четвертая энергия. Неоспоримое преимущество дает на первом этаже. На втором уже не особо, потому что второй этаж он уже заточен под то, что у тебя будет энергия. Хорошее начало ядки испарения. Даже если мы выберем не играть через яд, все равно хорошее. А вот золотого идола, мне кажется, мы себе позволить не можем. Просто не можем. Очень-очень жаль. Едкие испарения — это будет наше антибоссовое, антиэлитковое оружие. По большому счету, с того момента, как мы включили едкие испарения, он уже мертв, просто он не знает об этом. На этот треп потребуется много ходов, да. Я понимаю. Но все, о чем нам нужно сейчас беспокоиться теперь, это, ну, собственное выживание. Чем мы и займемся. А едкие испарения, настакивая по 3 яда каждый ход, сделают остальную грязную работенку. Между прочим, не мертв ли ты вот прям на этот ход, друг? По-моему, ты более чем мертв. Кетки испарения. Крутейшая штука. Перехитрить. Я не знаю. Мне кажется, что не очень нам нужна. Йоу. Дополнительная ловкость. Я рад. И, соответственно, мы в том же духе продолжаем. Снова пробуем идти, пойти на еще одну элитку. Пока у нас есть энергия, пока у нас есть это преимущество, надо пробовать им пользоваться. К тому же и галька, и бронзовая чешуя — это как раз вот то, что нам нужно. Галька дает выживаемость, бронзовая чешуя дает урон. Так, так, ты мертв на следующий ход. Гарантированно. Да, урон, который наносит бронзовая чешуя, он от нас не очень зависит. Он больше зависит от того, что враги выбирают делать. Но все равно... Блок, блок, спасибо. Может, нам и хватит этого? В плане яда. Может, нам достаточно... Вот так вот. Просто яд наносить
автоматически каждый ход и хватит. И не надо больше набирать карт на яд много, во всяком случае. Не то, что нам их предлагают, поэтому можно не париться. Вау. Окей, вот это было стрёмно. Шестьдесят восемь здоровья, то есть он разделяется на 33 примерно. Если мы сделаем удар, у него останется как раз 33, то есть он разделится. Соответственно, удар делать сейчас не нужно. Ждем. Вот теперь он раздвоится уже гарантированно. Хотя я бы предпочел его не раздваивать сейчас. Ну ладно. Если Лизи по 19. Серьезно, да? Смешно. Ничего не скажешь. Смешно. Лагавулина убили без получения урона, зато здесь. Так, ну мы можем халявную элитку взять. И надо пользоваться, пока дают. Если повезет. А если не повезет, то мы застрянем с огненной элиткой. И это будет что-то. Метнуть кинжал для урона. Убрать из колоды. Я пока что оборону буду убирать, не удары. Потому что... Йоу! Сохраненная насекомая огонь. И... Сразу после элитки здесь магазин идет. Там мы сможем убрать проклятие. Пантограф. Ничего не скажешь, бомба. Бомбовый старт. Но все наши бомбовые старты обламываются. Как-то полностью. И постоянно, причем. Так, элитка, ты идешь ко мне. А, мы, кстати, могли вот эту элитку взять и не пропускать здесь костер. Это, наверное, было бы лучше. Хотя не знаю, что лучше, костер или элитка. Ну, 300 золота. У нас 500 золота на первом этаже. Окей. Замечательно. Ничего против не имею. Магазин, дай мне что-то хорошее. Так. У нас есть золото. Поэтому, во-первых, бум, сожаление, убрали. Едкие испарения, бум, добавили. Якорь. 6 защиты при перетасовке колоды. Ослепление, якорь и хватит. Мы могли там еще взять флягу, но фляга после особенно последнего забега как-то меня что-то не очень прет. Здесь 3 элитки. Охренеть. Мы, наверное, не будем такое самоубийство делать, да? Вот в натуре будет самоубийство практически. Давайте, наверное, не станем. Оглушающий крик, оглушающий вой. Сюрикен. Блин! Я уже яд делаю. А тут сюрикен пришел. Но сюрикен в одно лицо... Сюрикен, я бы очень хотел, но я думаю, мы не можем, да. Сюрикен в одно лицо, он все равно не этот. Прям не выигрывает. Забеги на... Забеги на заточках. К нему еще нужно много чего другого, поэтому ничего страшного. Так, у тебя осталось... О, какая красота. До свидания, гремлин. Солнечные часы норм. Дальше. План побега всегда норм. В любой колоде, неважно, что происходит. Что у нас здесь интересного имеется?
Все схвачено, потрошение, удушение. Не. Благодарю вас. И еще одна элитка есть у нас по курсу. Самую страшную для себя мы уже увидели и победили. Поэтому я готов. И опять же, сохраненное насекомое. Нельзя просто так взять и отнести кольцо в Мордор. Но можно просто так взять и с сохраненным насекомым пойти по элиткам на первом этаже и пройти пару-тройку. Легко. Удар. Обезвредить. Шквал кинжалов. И бом. Ох, какая красота. Не будем-ка мы рисковать. И правильно сделали, что не рискнули. Очень правильно. Этот чувак мертв со временем. Мы не улучшили, да, яд? А, нет, мы улучшили яд. Прекрасно. Ну что, работает эта штука? Все прекрасно работает. Груша, норм. А подсечка, это будет наша защита, про которую я все говорю. Йоу, Айнс22, спасибо тебе огромное за подписку на Twitch канал. Это большущая помощь. Спасибо тебе большое за то, что подписался, за то, что меня поддерживаешь. Спасибо, братан. Чего я делал? Мы апгрейдились. Мы апгрейдить будем ослепление. Оно, конечно, конкретно в этом бою толку от него будет немного, но чувак все равно, когда у нас такие карты, должен все время быть под слабостью. Это вам? Это нам? А что мы хотим сыграть? Подсечку хотим. Но если мы играем подсечку, мы не играем едкие испарения. Нам, наверное, важнее сейчас подсечку сыграть, к сожалению. Едкие испарения будут потом. Бронзовая чешуя прекрасно контрит его атаки. И чем раньше, блин, яд начали бы стакать, тем лучше. Мы будем надеяться, что не так много времени потребуется на то, чтобы вытащить яд снова. Яд, пожалуйста, спасибо. Благодарю вас. Долго мы не стакали его. У нас весь урон-то завязан на этом яде. Ну или на сюрикене. Но сюрикен активировать получается, мягко говоря, не всегда. Плохо. Очень плохо. Варлок, забей на МТС, Вовчат. У нас есть сосиски и способ увеличить пение без СМС-регистрации. Вау! Somebody won! Спасибо тебе огромное за донат, целых 32 сердечка. Ну, слушай, раз у вас там такие вещи в чате есть, так зачем я вам нужен? У вас же есть сосиски и увеличение пениса. Вам не это. Умри, кошмар, застывшее время. Ну чё? Каких-то особо дорогих карт у нас нету. Кошмара, я не знаю, как, с чем мы будем его использовать. С едкими испарениями. О, мой бог!
соберись, тряпка. Айнс? Айнс 22, спасибо тебе огромное за донат в 1234 с сердечком. Чат, если можно, то немножко покчампов для Айнса 22. Потому что он только что огромную помощь сделал для канала. Спасибо тебе большое, чувак. Большущее. Я не знаю, как мне выразить, но я очень благодарен. Это очень круто. И ну, спасибо, короче. Че, блин. Сейчас соберусь. Все, так, сейчас я собираюсь. Мы выиграем. Это победа. Для тебя. Так, сейчас побежду. Смотри. Так, чем нам взять? Если мы возьмем умри, мы увеличим свой урон. Нам как раз увеличение урона тут и не помешает. И нету энергии. Раз, у нас нету энергии. Соответственно. Берем астролябию, чё? Ну, не руническую же пирамиду. Нет, с ней тоже можно играть. В принципе, интересно. Вот для рунической пирамиды как раз нужна энергия. Добивание, ужас, покрыть ядом. Прекрасно, замечательно, чудно, очень хорошо. Намного лучше, чем три удара. Вот что я могу по этому поводу сказать. Я немного с сарказмом говорил то, что оно там замечательно, чудно, хорошо на самом деле. Потому что могло бы быть получше, честно скажу. Там не было яда, но нам не обязательно делать вот четко сфокусированный на яд билд. Вот в этом билде нет ничего, кроме яда. И он не будет делать ничего, кроме отравлять врагов. Нам далеко не обязательно так делать. Мы можем как-то какой-то смешанный сделать. Что-то такое, среднее. Кроме того, такие средние билды есть доказательства того, что они побеждали у нас. Потому что они побеждали. Вот все доказательства. Я помню. Я уверен. О, как я недоволен. Так, 12, у него 24, фак. Это будет 22 урона, если мы взорвем зелье. То есть мы даже с зельем его не убиваем сейчас. Нехорошо. Нехорошо. Ух, варлок, как давно у меня не было. Что-нибудь поменялось? Фуэник шоу рул. Спасибо. Я вообще не могу с этого оповещения. Сам сделал, сам ржу. Хо-хо-хо. Как смешно. Спасибо тебе огромное за донат целых 666. Да еще и сердечком. Ты призвал демона, собаку из Dark Souls'а. Типа. Она на самом деле не из Dark Souls, а это типа видео снято. Там просто UI из Dark Souls подставлен, но... Окей. Слушай, добро пожаловать обратно в наш клуб. У нас тут весело. Что поменялось? Ты же знаешь, у нас ничего никогда не меняется. Умрет на середине третьего этажа. Это из будущего ку-ку. Somebody One, спасибо тебе огромное за донат, целых 32 сердечком. Так, что значит умрет на середине третьего этажа? Я тебе отвечаю, что я умру на втором этаже. Мне опять не получается. Мне нужно что-то менять в своем подходе к игре. Я явно что-то в этой жизни не понимаю. Потому что все наши билды дохнут. Как дохлые дохлики.
Да, как я и говорил, у нас ничего не поменялось. У нас все отлично, все замечательно. Все просто волшебно. Мы начали, знаешь что, пока тебя не было в Phoenix Showroom, мы начали играть в Path of Exile по вечерам. Где-то часов с 10, ну по Москве, с 10 до 12 вечера. Я после работы прихожу, играю в Path of Exile. Там на самом канале, на YouTube уже должны быть ролики. Там четвертая, что ли, серия сегодня вышла. Я их по полчаса нарезаю. Но стримим обычно где-то около 2 часов подряд. Но это не сегодня будет. Сегодня у нас стандартный стрим, дневной. А так обычно... Когда я уходил, мы добились чата Пумнок. Phoenix Showroom, спасибо тебе огромное за донат. 32 сердечком. Ну, видишь, такое дело. Вы добились, а я его отбил обратно. Выкинул. Не надо нам чат. Я тебе честно говорю. Он нам не нужен. Сколько у нас атак в колоде? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, это не совсем считается. Ну, пускай шесть, семь, восемь. Восемь атак из 22 карт. Это мало. Нам нужно убирать оборону обычную. Мы вообще не будем дамажить. Теперь 21 карта, из них 8 атак. Ну, уже лучше что-то. Хотя бы. И метнуть кинжал я добавляю. Опять же, в основном сбрасывать там проклятие, статус и все такое. О, халявная хилка, это супер. И пошли дальше. Я чат на экран не выставляю, потому что, ну, это слишком сложно. Реконкиста? Ты ли это? Капачлус. Phoenix Showroom, спасибо тебе огромное за донат 32 сердечком. Простите, кем вы меня обозвали? Рекон что? Так, мы делаем смешанный билд. Мы, точнее, никакой особо билд не делаем, потому что мы мертвы. Ну, не сейчас конкретно, но без четвертой энергии, честно, играть почти невозможно. Очень близко к неиграбельному состоянию игра в данный конкретный момент. Прям писец, как близко. Так, так. Ой, он труп. Фу. К неиграбельному состоянию в том плане, что нам невозможно будет пройти ни хрена. Я даже беру такие вот штуки, как бесплатные карты. Потому что я не вижу других опций. И мы не можем апгрейдиться, я уверен сейчас. Нам тупо надо пытаться держать ХП на максимуме. Как бы я хотел, чтобы у тебя тут не было, птичка. Теперь, чтобы на записи все увидели, что Варлок лох, нужно заплатить ему денег. Отличная бизнес-модель. Я останусь без трусов, но оно того стоит. Да-да-да. Somebody one. Спасибо тебе огромное за донат 32 сердечком. Спасибо тебе большущее. Слушай, да, как ты узнал? Это был изначальный мой план. Я специально чат с экрана убрал, чтобы мне больше донатили. Ха-ха-ха-ха.
12 он бьет. Пофиг. Он мертв на следующий ход. Мы, если сыграем взрывное зелье, мы сэкономим 4 здоровья. Это не серьезно. Мы могли бы пойти на элитку, но... Но не могу, не могу, не могу, извини, не могу. Что еще по апгрейдам? Апгрейдить карты, которые мы играем постоянно. Мы постоянно играем метнуть кинжал. Это наш урон. Брать карту. Ну давай уберем. Что мы вот никогда не разыгрываем? Что нам мешает? Я думаю, еще одну обычную оборону. Или теперь время убрать обычный удар? Нет, все еще убираем оборону, потому что мы добавили бесплатную карту за ноль, которая тоже, по большому счету, оборона является. Парировать мы добавили. Ты знаешь, оно работает. 4-18 урона. Вот такой. Такой билд при отсутствии энергии. С бесплатными картами, со всей фигней. Он понемногу работает. Мы не будем здесь подсечку играть. Недорогие карты. Ресайкл. Ну, не ресайкл, а добор карт, чтобы иметь возможность выбрать нужные. Удушение, коварный удар, метнуть кинжал. Но мы не можем брать дорогие карты. По-моему, нам пока не надо менять баланс. Если мы что-то увидим такое, что ну, прямо сказка, тогда я подумаю. Но пока у нас все работает и не стоит изобретать велосипед. Такая получилась смесь обычного прямого дамага и яда. И мне нравится пока что. Надо было, наверное, умри сыграть, но тогда мы бы не наложили на него слабость. Сразу выживание, бум. Мы не будем играть на кинжал за 3, 100%. Мы будем играть едкие испарения за 1. И, наверное, мы будем играть парировать за 2. Реконкиста или испанская и португальская реконкиста отвоевывания. Длительный процесс отвоевывания пиренейскими христианами, в основном испанцами и португальцами земель на Пиренейском полуострове, занятых маврами и эмиратами. Пришлось долго париться, больше 200 знаков было. Окей, спасибо, Grey Firefox, ты, блин, как этот... Какой помощник? Хороший модератор. Вот, модераторы другие. Смотрите, Grey Firefox написал мне, кто такие рекенкисты, потому что я не знаю, кто это такие. Теперь я знаю, хоть не таким идиотом выгляжу. Спасибо, Grey Firefox. Так, как нам тебя убить? Ты мне надоел, я тебе отвечаю. Вообще... Писец какой-то. 16. Будет 26 урона, если кинем зелье. Это огненное зелье, я так понимаю, пролежит до конца игры. И, короче, мы с ним сдохнем в кармане. И так его и не сможем использовать. Кто у нас босс? К сожалению, на нем взрывное зелье может пригодиться. Погибель. 50 золота. Благодарю. О, нет. Нам вот здесь взрывное зелье пригодится. Не на боссе. Какая красота. Прекрасно. Просто прекрасно. Его мы можем добить. Не так-то и просто его добить. Но и тратить на него 16 урона тоже не хочется. Поэтому как-нибудь в другой раз. На следующий ход. Обещаю. Фак.
О, оглушающий крик спас меня от позора. Хай, я новый на стримчанском. Ты, кстати, мою донатную девственность забрал. Тебе хоть приятно? Ладно, я скоро, возможно, по донатам и друга перегоню. Скуит 1, скуит 2, скуит 3, скуит 2, скуит 4. Йоу, Яха Бомбардир, спасибо тебе огромное за донат. Целых 32, сердечком спасибо тебе большое, добро пожаловать. Я очень рад, что ты к нам присоединился. Ну, донатную девственность, что тут делаешь? От любой девственности надо избавляться рано или поздно. Ой, спасибо тебе большое. Это, кстати, донаты — это абсолютно добровольно. То есть, смотри, если, ну, есть там на что деньги потратить, то не надо. У меня все нормально, я работаю, у меня есть работа там, я продавец мебели, я там получаю зарплату. Тут, здесь я ради фана сижу. Поэтому... донаты — это абсолютно добровольно и только дополнительное. То, что ты смотришь, это уже круто и абсолютно достаточно. Я не хочу, чтобы кто-то думал, что там донатить обязательно или что-то такое. Нет, ни в коем случае. Ни при каких обстоятельствах. Поэтому... Но и все равно... Эй, чат, привет. Я не знаю, что это было. Без понятия. И в Slay the Spire звук вырубило. У меня что-то пискнуло, и везде звук вырубился. В Slay the Spire, в наушниках, здесь, и в OBS-ке вырубился. Не знаю, почему. Но вроде бы починили. Да ну, Slay the Spire, запускайся. Все, нормально. Ура! Я не знаю, что случилось. Что-то глюкануло звуковуха глюканула, я не знаю почему. А в любом случае, мы тут собирались с боссом драться, а это тут автоматон, поэтому у нас... немного времени для жизни осталось. Скоро нам придет писец. Полнейший. А, кстати, плюс 2 к силе забыли включить. Че, да, я тупанул, надо было сразу врубать. Окей, ужас сюда. Слабость сюда. Покрываем ядом. Слушай, зелье проворства здесь может затащить. А, и у нас к тому же пантограф. Йоу, с пантографом-то мы вообще можем затащить, реально. Просто замечательно. Так, надо 3 атаки сыграть. Раз, два, нет. Раз. Вот. Тогда правильно. Теперь 2. А теперь 3. Йоу. Я удивлен. Но, по-моему, этот странный смешанный билд работает. Очень странно, что он работает, но похоже, он работает. Вообще удивительно. И он будет под ослеплением, я так понимаю. Так, здесь основная задача — получить еще силу. А сейчас будет мега-атака, да? Окей, это мега-атака. Мы сделаем вот так. Потом... Что метнуть кинжал нам может вытащить? Подсечку. А выгодна вообще подсечка? Да? Да. Да. Но он нам вытащил другое — метнуть кинжал. Ха-ха.
начало на новую звуковую Алидайсент. Фэнинг Шоу Рул, спасибо тебе огромное за донат, целых 176 сердечком. Спасибо тебе большущее за помощь. Слушай, новая звуковуха — это классно? Это я, видимо, все сломал. Кстати, это я, мастер Зет в чатике. Да будет звук. Ави Варлок. Ави ДД. Ави Котейком. Скуит 1, Скуит 2, Скуит 3, Скуит 2, Скуит 4. Йоу, Яха Бомбардир, спасибо тебе огромное за 69 сердечком. Спасибо тебе. Я тебя вижу в чате, да. Мастер Зет, вижу, вижу. Спасибо тебе огромнейшее. Спасибо, что звук починил. Че уж там. Фэнк Шоу Рул, ну и вообще, насчет звуковухи. Слушай, у меня звуковуха неплохая, как для своей стоимости. То есть я ее где-то за 5к покупал, но это было давно. Это было года 3 назад уже. Но она нормальная, как для такой, для эконом-сегмента звуковухи. А, внешняя, конечно, ну стоит как миксер такая, коробочка с этими рычажками. Чего я бы добавил, это, блин, преамп. А еще лучше миксер, чтобы там был встроенный какой-нибудь, ну, встроенная штука для... Ой, господи, дай бы в памяти. Специалист, блин, ютубер, стример, хренов, не помню название всей этой техники. Надо посмотреть, подождите, теперь я должен посмотреть. Компрессор, да, там компрессор должен быть встроенный, так, чтобы он работал на аппаратном уровне, а не на программном. Потому что сейчас у меня компрессор на программном уровне, это такое мэ. Ну и, соответственно, вот миксер я бы добавил сюда, к ней. Мне кажется, вот этот звук бы лучше увеличила, чем замена звуковухи. А что она только что глюканула, я просто не понимаю. Какой-то, может, перепад напряжения или что-то такое. Без понятия, если честно. Так, мы хотим не драться с элитками вообще никогда. Раз, два, костер. Во, мы можем обойти всех элиток. И это замечательно. Просто чудесно. Всем ослепление. Дальше, что еще? 10 блока. Получаем плюс 1 к силе. Раз, два, три. Не то чтобы плюс 1 к силе — это дохрена. А, мы, кстати, взяли молот слияния. Мы теперь в лагере не можем ковать. Не то чтобы я думал, что нам это пригодится, ковать в лагере, но если что, мы не можем. Покрытие дом, умри, умри, умри. Или метнуть кинжал. Наверное, метнуть кинжал. А теперь я задумался над едкими испарениями, но это глупо. Это мега глупо. Что-то сложно, что-то глупее придумать. Да, если у вас стрим рип, то обновите страницу. Это правильно. Стрим сейчас должен работать. Это не звуковуха, а OBS или YouTube баганул. Не-не-не, я слышал технически. Фэнинг Шоу Рул, спасибо тебе большущее за донат в 25 сердечком. Спасибо тебе огромное. Что значит, оно и видно, какая она нормальная? Нормальная звуковуха. Блин, она... Ай... Ты так обидел мою звуковуху, я же зака... Мне нужно выпить. Нельзя так. Она бедная. Работает уже третий или четвертый год. Херачит каждый день. А стоила копейки. Бэхринджер какой-то там. А ты ее ругаешь. Нельзя так. Нехорошо это, Феникс. Нехорошо. Не по-братски как-то.
Слушай, я думаю, мы больше ничего добавлять не будем. Как бы мне не хотелось какой-нибудь еще один отравленный нож сюда всунуть. Я очкую, что мы испоганим на баланс сил. Может быть, я не прав, и это... Йоу, улучшить карту, прекрасно. Облик призрака улучшаем. Может, я не прав, и этот билд вот в таком виде, в каком он сейчас, он неиграбельный, но... Чё-то мне так не кажется. Мне кажется, у нас все нормально. Ух. Грация и Ваджра. Грация против вот того пацана, она не очень. Мы, наверное, не будем ее брать. Будут у нас еще магазины? Нет. То есть это последний магазин, деньги надо тратить. Можно взять Ваджру, можно убрать удар. Или оборону даже. У нас сейчас хороший баланс защиты и атаки. Что у нас по атакам? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять атакующих карт из 25. Нормально, здесь где-то 5 утилитарных и остальное защитное. Хороший баланс. Я просто возьму Ваджру тогда. Не будем изобретать велосипед. Работает, не трогай, знаешь. О, и Ваджра, и Галька. Идеально. Ах, покрытие ядом и ослепление нельзя отдавать. То есть нам придется отдавать добивание. Не то, чтобы мы его часто использовали по назначению, поэтому мне не жалко, но все равно. Здесь не нужен облик призрака. Вообще не нужен. Полностью не нужен. Облик призрака дает нам вот эти последние пару ходов для того, чтобы... Ну, последние пару ходов. Он дает нам пару ходов для того, чтобы продержаться и добить врагов. Единственная и главная проблема этой колоды — отсутствие катализатора. Не то, чтобы у нас был какой-то выбор, и мы могли что-то с этим сделать, но... Я тут, кстати, играю карты не в том порядке, да, я видел. Но... Что я сделаю? Судьба. Отсутствие катализатора. Хотя бы один катализатор. Ну, Жен был бы нам в идеале. Херово без него. Очень. Но мы не полностью полагаемся на яд. Скажем так. Полагаемся не только на яд. Мы... У нас есть выживаемость за счет облика призрака. Мы 3 хода можем бессмертные стать внезапно. И мы можем наносить урон, в принципе, руками тоже. Так, мы только что убрали... Мы убрали атаку. Было бы неплохо атаку добавить. Пускай даже это будет коленом в лицо, которое не очень подходит по билду. Просто у нас энергия есть, но все равно... Пасть-копилка. Блин, вовремя ты, пасть. Вот я тебе говорю, вообще вовремя. Мы будем надеяться на магазин там. Так. 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 И погибель. Какой плохой ход. Я бы сказал, какой ужасный ход. А добор у нас там был. А, он ушел. Капец. Вот облик призрака в действии. Дает нам эти самые 3 хода, за которые мы должны доклепать товарища. И мы это сделаем, кстати. Вообще без проблем. Чем дальше, чем больше я играю, тем больше мне нравится облик призрака. Как карта безмолвной.
Раньше я что-то его вообще не уважал, но я был неправ. 100%. Спасибо. Что значит двойной босс на 20-м возвращении? Ничего хорошего. Ну, значит, вот... Значит, буквально то, что написано. Что там будет двойной босс. Я серьезно. Там будет босс, которых два. Тут дверь первого, появляется второй. Очень классно. Весело. Непредсказуемо. И прекрасно. Вот, кстати, вот этот босс... Ну, вот эта элитка, или это даже не элитка, это противник. Вот этот чувак, он как раз контрит такие колоды, как у нас. Он контрит безфокусные колоды, которые ничего конкретного не умеют. Не умеют быстро дамажить или не умеют сильно защищаться. И это вот специально против нас его придумали. Так что поздравляю. Нам повезло. Потому что катализатор пришел. Без катализатора нам была бы звезда. Хотя нет, нифига. Мы следующие три хода мертвые. А мертвые? Наоборот, мы бессмертные. Все, он нас не убьет. Да, он физически не может нас убить. Мы можем ничего не делать. Прекрасно. Замечательно. Мы добавили катализатор, что по большому счету является атакой. О, не-не-не-не-не. Эти чуваки выглядят намного слабее, чем являются на самом деле. С ними лучше не связываться так просто. Я бы хотел немножко силы. Можно? Раз, два, три, можно. Спасибо. Раз. Два. Три. Благодарю вас. Между прочим, коленом в лицо не бесполезное. Вообще не бесполезное. Облик призрака, я тебя люблю. Вот ты не представляешь, как я тебя люблю. Вообще не представляешь. Ты мой любимый облик из всех призраков. Какое шикарное чувство. Так, центральный мертв. Правый почти мертв. Левый поживее. Но тоже не особо. Тебе вот так. Момент. Так, так. А теперь вот так. Йоу, прекрасно. Шипы, уйма клинков, нож в спину. Нам не нужно добавлять никакие таланты. Поэтому я воздержусь. О, это ты, извивающаяся масса. Ну, здравствуй, масса. Как там твоя масса? О, нет, прости, ты это не колдуешь. Совсем другое дело. Ммм, 30 урона. 30 урона, говоришь? А, прости, 42, не расслышал. А, все-таки 30. Хорошо. Вот и договорились. А вот и нормально. Ох уж извивающаяся масса. Проказница. Ох, даже не знаю, куда хоть тебя складывать. Не налюбуюсь. Как мне этот противник нравится, вы не можете представить даже себе. Не можете. Вообще никто не может. Нож в спину можно было бы взять, чтобы быстрее убить ворона на боссе. Кстати, да. Может быть, и можно было.
может быть, и нужно было. Воронов мы можем убить с стероидами. Хотя, может быть, нам здесь стероиды надо использовать, чтобы не сдохнуть нахрен. Мы должны на босса с полным здоровьем пойти. Без вариантов. Почти. Почти получилось. 72, ну, норм. Облик призрака в первый ход. Нет уж, спасибо. Не нужно. Как-нибудь сами. Плохой первый ход. Силу не набрали. Нифига не набрали. Яд не включили. Плохо, очень плохо. Едкие испарения надо включать. Это наш один из единственных способов уничтожения врагов. Как бы не было плохо, но надо. Так, так. И здесь надо дамажить, а не защищаться. Во-первых, это сила. Во-вторых, чем раньше мы с культистами разберемся, тем лучше. И у нас только один ужас, да? Ну, чё тут без вариантов? Так, смотри. Раз. Два. Три. Дальше идет умри, умри, умри. Ну и нифига, и короче, тупо надо добивать его вручную все равно. Какие у нас шансы, чат, как вы думаете? Я думаю, маленькие. Сейчас я смотрю на этот бой. Начался он не совсем так, как мне хотелось. Есть облик призрака, да. Но облик призрака нам, блин, точно так же нужен будет на его следующую фазу. Потому что яд слетит со следующей фазы. Что будем делать, я не знаю. Можно было покрыть ядом, врубать сразу. Не повезло. Сильно не повезло. И когда нужна была защита, она не пришла. То есть он атакует сильную атаку, у нас полная рука атак. Я не уверен, что мы могли что-то с этим сделать. Но не повезло и все. Тупо защиты не прокатило. Облик призрака не пришел, когда был нужен. Но даже если бы облик призрака пришел, вторую фазу мы бы не сделали. Покрыть ядом вешал бы больше яда, чем испарения. Да, здесь тоже правда. Покрыть ядом, наверное, в итоге вешало бы больше. Ну, как минимум по 3 захода оно бы вешало. А возможно и больше. Угу. А можно было и то врубать. Может, тогда бы хватило урона. Но вряд ли мы могли затащить второго босса. Там бы был таймлорд, и это был бы писец. А, так. Но было весело. Забег очень хороший. Мне понравился. Мне понравился такой билд. О, хорошо, поиграли, чат. Вообще шикарно. Я получил море фана. Так, сколько у нас времени? О, да я на 20 минут задержался даже. Так, ну что, сейчас я зачитаю имена. Спасибо огромное. Джувиш Вайв, Костя Терентьев, Артем, Игориус, Дону, Артем, Дону, Друг, Канеки. Игориус, Гроббер, Somebody One. Айнс, Фэнкс Шоу Рул,
И, конечно же, Яха Бомбардир за донаты на этом стриме. Отдельное спасибо Канеки за подписку на 2 месяца и... Ну, ты почти собрался. Так. Айнс 22, спасибо тебе огромное за донат. 404. Спасибо тебе огромнейшее за такой большой донат, целых 404, да еще и сердечком, да еще и в конце стрима. Спасибо тебе большущее. Это огромная помощь, я тебе очень благодарен. И я все не могу с этого доната. И я как раз хотел сказать тебе спасибо Айнс за подписку на Twitch, как и за донаты. А Канеке спасибо за подписку на 2 месяца на Twitch и тоже за донаты. Все, всем остальным спасибо огромное, что вы смотрели этот стрим. Я надеюсь, что вы получили от него удовольствие, даже несмотря на то, что мы ничего не выиграли. Я желаю вам... да что такое, хватит зевать, скотина, тварь, козел. Я желаю вам отличного вечера, приятно его провести, повеселиться. Много не бухайте. Я на вас смотрю, чат. Потому что это вредно. И... вот, увидимся мы с вами завтра. Я планирую стримить завтра. Либо дневной стрим по Slay the Spire Gungeon, либо вечерний стрим по Path of Exile. Как там будет, я уж не знаю. Посмотрим. Ну все, пока-пока.